В 2007 году по инициативе ветеранов-медиков района Южное Бутово открылся музей истории военной медицины. В музее много экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной, оснащение полевого госпиталя, медицинские инструменты того времени, а также медснаряжение современного военного врача периода боевых действий в Афганистане и Чечне. Оба военно-исторических музея проводят активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. За 2018-2019 учебный год в Музее истории связи и Музее истории военной медицины было проведено 64 экскурсии, 11 лекториев. Битва под Москвой, битва за Москву, огненная дуга, Сталинградская битва, дневник Тани Савичевой, дети и война и другие. На базе музеев организуются уроки мужества и встречи с участниками Великой Отечественной войны. Недавно у нас в гостях был ветеран-связист, участник боев на Курской дуге, Веселицкий Николай Валентинович. Ему 102 года, но он так увлек ребят своим рассказом, что его долго не хотели отпускать. Встречи с Бояршиновой Валентиной Владимировной, которую совершенно справедливо называют «наш профессор по работе с детьми», воспитывают в детях чувство патриотизма и гордости за свою родину. Музейные уроки «Когда мы едины, мы непобедимы» и «Медсестра-медсестричка», посвященные 75-й годовщине Великой Победы, вызвали большой интерес у обучающихся. Готовится выставка «Фронтовой альбом». Сейчас проводится выставка детских работ «Я помню, я горжусь». 28 ноября актив наших музеев занял второе место в 10-й открытой интеллектуальной игре «Музейный лабиринт», посвященный 75-й годовщине Победы.